Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня у меня на канале в гостях Ники Макалин. Ники Макалин, да. Кстати, я знаешь, что хотела сказать? Что мы с тобой в начале 2020 года сняли видос, а потом после этого все пошло по одному месту. Да. Причем во всем мире. Да, возможно, было дело в этом. Мы снимали, что реально достаточно странное видео, и потом достаточно странный год выдался. Да. И я думаю, что мы с тобой обязаны просто это закончить мракобесие. Да, давай закончим это мракобесие. Поэтому сегодня мы будем обмениваться подарками из фикс прайса. Это же ни разу не мракобесная идея для видео. Совсем нет. Я буду дарить Нике черные подарки. А я для Алисы купила подарки белого цвета. И это просто максимально крутые подарки. Это было несложно сделать, потому что я, в принципе, заранее знала, что я хочу подарить Лисе. Максимально крутые подарки и Лиса — это просто две вещи, знаете, да. Вот это максимально крутые подарки, а вот это вот Лиса, и они как бы вот. Не забудьте потом написать в комментарии, какого цвета подарки вы бы хотели себе приобрести, но я уже знаю, какого цвета там будет больше, это не черный. Да, обязательно ставьте пальчики вверх под этим видео, если вы любите подарки, и вообще, если вы любите, собственно, фикс прайс. Да, а мы начинаем. Давай определимся, кто будет первым, кому дарить подарок. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Ха-ха. Дари мне первый подарок. Давай. А вы знаете, мы заранее правила игры не оговорили, поэтому вне зависимости от результата я могла по-разному сделать. Ты проиграл, ты даришь, ты выиграл, ты даришь. Да, кстати, Лиса не знает, что я покупала, и я не знаю, что Лиса купила, собственно. Вот, я сразу хочу сказать, что здесь будут максимально как странные, так и максимально милые подарки. Ой, я люблю. Но первое, я хотела бы тебе подарить то, что ты любишь. Это вот такой вот замечательный ободок с волосами. Чтобы ты прекратила свои опыты над волосами, собственно. А я как раз хочу в этот цвет перекрашивать. А я знаю. Это ободок. А можно ты подаришь мне фрагмент своих волос, который ты отрезала в прошлом видео у себя на канале? Да, кстати, где этот фрагмент волос? Вот. Вот. Зачем отрезать себе волосы? Так, давайте померим эту штуку. Мне реально хочется ее померить. Спасибо тебе большое, что это взяла, потому что я смотрела на этот фикс прайс, но не было подходящего для тебя цвета, который бы выпал мне. Поэтому да, я очень хотела это взять. И я очень счастлива, что ты это взяла. Я потому что знаю, что, во-первых, ты любишь парики, во-вторых, да, ты хотела такой цвет. Да. И в-третьих, ты любишь Эльзочку. Да. Мне кажется, это должно быть сзади, нет? У них просто на фотке это спереди, они как надо, как шапку. Да. Я не знаю, что это. Ребята, напишите, мне идет этот цвет? Не, мне кажется, идет реально. Шапочку надеть и будет типа как будто у меня нет моих волос, у меня есть такой. Ну, кстати, прикольная вещь, она очень странная, может реально ты назад как-то вот так вот сделал, да, да уже да, да, гораздо да. Лучше. Не знаю, почему эти странные дети носят это спереди, возможно, им никто не сказал. А мне казалось, что это должно быть сзади. Ну, это логично, да, что оно как хвост идет, как бы. Да, да, да. Потому что не, ну красиво выглядит. Очень прикольная штука. Если ты перекрасишься в этот цвет, мне кажется, тебе подойдет. Я перекрашусь. Ты похожа, кстати, на пони. Так, давай, теперь мой подарок. Теперь я дарю тебе дар. Знаешь, что Лиса обычно покупает какую-нибудь дичь. Я не знаю, что это. Первый подарок будет тортик. Я решила, что вот этот тортик, кстати, очень вкусный, ребят. Запомните себе, возьмите на заметку. Это реально вкусный торт. Ребят, я знаю этот торт, потому что я его однажды попробовала, я в него влюбилась. Это действительно вкусняшка. Я очень удивлена, что он продается в фиксе, поэтому, когда я его увидела, я поняла, что хоть и на коричневый, но будем считать, что он черный. Это какая-то типа итальянская, что ли, тема, насколько я правильно помню. Но я ела такой торт, и он реально вкусный. Так что спасибо большое. Это как бы... Я не ожидала, что ты можешь подарить такие подарки. Трусы, да, это был в моем стиле, там, да, набор черных трусов, да. Но нет, у нас, видите, первый подарок был годный, но это только первый, мы не знаем, что будет дальше. Следующее, я хочу Лисе подарить. О чем она, кстати, говорила, ну, подсказка есть в ее словах сейчас, и вот я не знаю, насколько будет правильно, если я подарю тебе этот подарок. Давай, 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 что это, что это, трусы? Орут! Ля! Ну все, ребят, это идеально, это женские белые трусы, это подарок в моем стиле. Вот, посмотрите, какая тут игривая попа. Я надеюсь, я угадала с размером, потому что я искала именно трусы. Это лучше, просто кричу, реально трусы. Знаете, вот шутки шутками, как
как бы. А вот Урсо это реально не самый плохой подарок. Кстати, и по качеству мне показалось. Они нормальные, они реально хлопковые, но они на удивление реально окейные. Не, ну прикольно смотрятся, выглядят они достойно. Прикольно, смотри, ты померила. Кстати, я надеюсь, что ты твой размер. Я дом померяю, постираю, померяю. А теперь время за мной, ну что ж. Я увидела это, я поняла, что это никому не надо, но надо тебе. Ты знаешь, ты угадала просто на все 100%, потому что я очень любила в детстве вот такие вот штуки. Это календарь, правильно? Да, это календарь с быками. Это календарь с быками, просто супер, с рогами. Они все здесь рогатые. Я люблю рогатых. Да, давай откроем, посмотрим, давай. Как вообще он выглядит. И вам тоже сейчас покажем. Но он выглядит очень достойно, по крайней мере. Вот мне показалось, что у него неплохая должна быть печать и качество. И он такой весь какой-то депрессивный, прям как этот год. Мне кажется, пахнет, что люди просто... Да, прикольно, прям, да. Ну, вот такой очень печатный. Мне нравится этот запах, я прям вообще... Мне кажется, люди просто забыли, что можно дарить вот такие вот полезные подарки. Их реально можно будет повесить и пользоваться ими. Потому что, да, это круто. Спасибо. Пожалуйста, отмечать себе какие-нибудь дни, когда тебе там нужно делать контент. Да, причем я очень люблю черно-белые снимки. Класс, это вообще... Я очень рада, что тебе пришлось по вкусу. Супер. Быков. Да. И они все разные. Я не знала, что их столько много бывает. Посмотри. Да, тут реально каждый вид быка отдельный. Хоть тебе бык нравится больше всего? Вот этот вот мохнатый. А мне вот этот дурак нравится, он какой-то агрессивный. Просто какие быки нравятся вам? Давайте вам что-то покажем. Напишите, какой бык сегодня ты. Может быть, ты сегодня грозный бык, а может быть, ты довольный бык. Обычно так говорят про козлов, но мы сегодня говорим про быков. А может быть, ты бык-осеменитель сегодня? Какой бык сегодня ты? Альфа-самец. Вожак стаи. Ну да, вот этот бык смешной. Угу. Супер. Так, моя очередь, да, радовать лису. Вот. Ну так как у нас уже был какой-то трэш-подарок, ну достаточно полезный, я решила подарить что-то такое максимально милое, то, что будет отражать и тебя, и кавай. О, боже мой, это же кот! Это прекрасный кот Лампа! Он просто потрясающий! Боже мой, ну посмотрите на этого кота! Там еще, по-моему, собака была, но мне показалось, там что... Там был медведь, и медведь. Да, медведь? Да, 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 я поняла, что нужно взять кота. Я считаю, что этот кот просто лучший. Ты знаешь, у меня теперь их будет два. А у тебя уже есть? У меня уже есть, теперь их реально будет два, и они мне очень нравятся, поэтому я так рада. То есть, знаете, вот эта та вещь, которая, когда у тебя их два, тебе даже хорошо, потому что это же светильник, я просто поставлю, у меня будет симметрия. Кстати, симметрия — это основа дизайнерства. Да ты что? У нас сегодня минутка полезного контента, на удивление. Да. Блин, ну он мне очень нравится. Он такой сладкий, он такой дурацкий. Ну супер, я очень рада, что тебе понравился. Ну раз у нас пошло полезности, то полезность у меня для тебя тоже есть внезапно. Это перчатки с утеплением. Я сама от себя в шоке. Это просто замечательный подарок, потому что я вообще люблю перчатки. Я надеюсь, что мне сейчас они подойдут. Надеюсь, они тебе подойдут. И они такие грациозные, слушай. И они мне как раз, ты прикинь? Слава богу. Ты посмотри, как круто смотрится. Они выглядят очень прикольно, да. Они теплые должны быть. Они теплые, они красивые, то есть утонченные такие, я не знаю, то есть грация кошки. Вау. А не картошки, да? Кошка, картошка. Не, ну круто, мне очень нравится. То есть они и по качеству достаточно неплохие. И знаешь, я буду реально их носить. Я очень счастлива. Внутри как будто бы такое вот... Утепление дадут. Я старалась специально подобрать наиболее такой, знаешь, ну нейтральный вариант, чтобы если вдруг там, типа, что-то могла их с любой одеждой скомбинировать и просто отрезать эту розочку, и все, у тебя будут абсолютно универсальные перчатки. Да не, мне нравится. Но я очень рада. Я очень рада максимально. Супер, мне очень нравится, спасибо. Ура! У нас белое против черное. Вообще, я несколько раз меняла подарки, потому что я хотела сделать максимально что-то такое необычное. Но, на удивление, я решила позаботиться и купила тебе вот такие милые. Боже мой, у нас с собой варежки. Вы не поверите, но у меня буквально нет перчаток. У меня есть одни единственные. Они, я не знаю, откуда я их нашла, с какой свалки я их достала. Это даже не мои, потому что я их не покупала. Но они просто были у меня в машине, поэтому их нашла. И теперь у меня наконец-то будут нормальные перчатки, а не так, как сейчас. Точно я просто, знаешь, что подумала? Что если варежки сделать какие-нибудь зимние фоточки там, допустим, да, это... или еще, кстати, на каток пойти. Классная идея. Да, реально хочется какие-то такие уютные варежки. А эти очень теплые, они идеально по моей руке, то есть они маленькие. И вот эта вот штука, она прям выглядит приятно. Мне очень нравится. Огромное спасибо. Это прям класс максимальный. Супер, я очень, очень рада. А я-то как рада. Смотрите, какие. И, кстати, если взять, допустим, какой-нибудь кофеечек, пойти там куда-нибудь на улицу погулять. Реально, вот для фотки идеи. Просто берешь какой-нибудь красный, там, не знаю, вот этот вот картонный стаканчик, идешь, опапишь, такая, уву, кавайи.
Ванильная девочка. Вещь, которую я просто не знаю, зачем тебе взяла. Это еще один антистресс. Форм пингвина, но также ручка. Ты как будто бы чувствуешь, что у меня в последнее время какая-то повышенная тревожность, и мне нужны вот такие вот разные антистрессы. Причем это ручка. Она не пишет, да? Так, давай посмотрим. Нет, она не пишет. Это фикс прайс. Ручка, которая не пишет, а проверить там было буквально негде. Но зато это прикольно. То есть это такой вот пингвиненок. Его можно жмакать. Да, его можно вот так вот жмякать. Может быть, он еще когда-нибудь запишет, но не сегодня. Ну, не сегодня. Не сегодня. Hello, darkness, my old friend. Но подарок, кстати, достаточно необычный, потому что подарки черного цвета, чтобы они еще были прикольные, очень сложно выбрать, поэтому супер, я считаю, что это круто. Я очень рада. Я знаю, что ты купила себе новый iPhone. Да. Я знаю, потому что к этому... Я решила купить вот такие вот наушники AirPods из Fix Price. Ни хрена! Вот это прикол! Ребята, это что за ор? Я просто ору. Это реально выглядит как AirPods. Слушай, а я думала, они беспроводные. Да нет, это что, так это нереально. Это бы совсем... Это были настоящие AirPods, да? Это реально наушники, которые похожи на AirPods, но при этом на резинке на этой. Давай их протестируем. Давай. Они, кстати, должны работать, я уверена. Ну блин, на вид они выглядят... Только не с этим телефоном. Не, ну реально, здесь сзади нельзя было никак определить, какой у них там вход. Ладно, это мы обсуждали, это поедет со мной в аэропорту, когда я когда-нибудь, надеюсь, полечу. Потому что как раз туда вот эти вот штуки зайдут. Да. Я их обязательно себе сохраню. Но знаешь, в чем прикол? Ты реально очень прям вообще сделала смешной подарок. Почему? Потому что недавно мне подарили AirPods, и я все потеряла. Да? Да. Серьезно? Да, я говорила всегда, не дарите мне AirPods, это бесполезная для меня вещь. Mm-hmm. С моими навыками терять абсолютно все. И ты просто доказала это в очередной раз. Сначала я потеряла один AirPods, угу. Просто у себя же дома. Угу. Но я думала, ладно, один хрен с ним, другой-то у меня есть, один с другим, то есть, который был один. И с этой зарядочной станцией. А потом я потеряла зарядочную станцию. У меня остался в итоге один AirPods, который одиноко лежит у меня на столе. Который не зарядить и теперь не использовать. Ничего с ним уже не поделать. Уже все. Так что... Слушай, ну это подарок реально классный тогда, если ты говоришь, что его можно будет взять с собой в самолет. Да, я возьму с собой в самолет и буду их использовать. Это идеально, потому что как раз с таким разъемом наушников у меня нет. Я уверена, что понадобится рано или поздно. Не, ну это полный фейл. Я хотела, чтобы ты использовал новый телефон. Кстати, у тебя какого цвета? У меня белый. Ну ты надела туда черный чехол. Да. У меня там не только чехол, у меня там еще и наклейка. Полный кастом, короче. Типа, да, такое. И последнее, что я тебе дарю, это я просто удивилась, что это Fix Price, но это вещь, которая нужна всегда. Это вешалки. Ты прикинь? На больших плечиках. Я сначала подумала, что ты хотела мне подарить сковородку, когда увидела кусочек. Я так думаю, жесть. Не, ну вешалки нужны, они к тому же еще и бархатные, то есть отсюда не будут скользить. Да, не будут скользить никакие вещи. И плюс ко всему здесь есть углубление с маечками, можно будет, да, абсолютно. Какие-нибудь шелковые вещи сюда повесить. Блин, супер. Вешалок никогда много не бывает, а здесь их целых 4 штучки. Я и очень рада. Я очень-очень рада. Спасибо большое, что ты тоже оценила это все. Спасибо тебе за такие крутые подарки. Что ж, ребята, такой обмен подарками у нас получился. Не забудьте написать, как вы считаете, какие подарки круче. И на канале Ники мы уже сняли видос с розовыми и голубыми подарками. Обязательно зацените, потому что там, конечно, жесть. И вы просто увидите, как человек пожертвовал волосами своими. Зачем ты это сделала? Я не знаю, но вы узнаете, посмотрев видео на канале. Пока-пока!